день, друзья. Иду все-таки в стоматологию. У нас очень хорошая погода. Солнечно, но ветрено. Поэтому пришлось искать шапку. Одела свой кардиган «Восток». Конечно же, забыла селфи-палку. Ну и решила включиться так, держа телефон в руке, чтобы показать вам всю прелесть нашего города в очередной раз. Смотрите, какие сосенки там растут, а? Красота! Вот. Иду, даже немножко иду медленно. Запас времени есть, чтобы немножко понаслаждаться этим солнышком, этой золотой осенью. Очень красиво, друзья. Очень красиво. Душа радуется. Вот. Врач изначально мне очень понравилась. Я вам уже рассказывала ее подход. Во что бы то ни стало спасти зуб, это врачи от Бога. Вот. Люди убирают. Там вижу женщина с тяпкой, с граблями. Придворовую территорию. Даже вот так вот далеко от дома. Вот я сейчас покажу вам. Видите, пирамидальные тополя. Вот там убирается листва. Казалось бы, зачем мне это надо? Это вот еще раз говорит о том, как народ любит свой город и свой дом. Здесь такой красивый, большой, богатый дом. А вы знаете, я почему-то любуюсь вот такими большими домами. Вон какой. Но на самом деле мне нравится наш маленький домик. Во-первых, на нас двоих с Лешиком вполне достаточно. Во-вторых, очень экономная коммунальная плата. Мало газа тратим. И в то же время тепло. И я бы не сказала, что нам тесно. Вот прям то, что надо. Наши 64 квадрата в один этаж нас вполне устраивают. Вот еще здесь убирают листву. Видите? Здравствуйте! Как хорошо! Золотая осень продолжается. Скоро наступит сопливый ноябрь, и надо радоваться вот этим солнечным денькам. Ой, какая красивая ивка. Ой, как же хорошо. Вот так неспешным шагом, буквально 10, ну максимум 15 минут, и я в стоматологии. Вообще, очень удачная у нас расположение нашего дома. Везде близко, везде можно дойти даже пешком. Ну, кроме, конечно, Заречья. Все никак туда не съезжу. Нужно переделать документы. Водоканал там. Я единственные документы на себя не переделала. Вернее, уже они переделаны. Просто нужно съездить, поставить свою подпись. И я никак не выберусь с января прошлого года. Ой, нет, этого года. Ой, ну красота. Прям слов нет, дыхание замирает. Как же красиво и как же чистенько. Тепло, немножко ветрено. Ну ничего. Мы же можем себе связать теплые вещи. И у нас не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Вот, вот он опять, этот домик большой с синей крышей. Ну, в общем, друзья, пока отключусь. Я пришла, а дальше уже расскажу, какой результат лечения. Ну что, друзья, сходила очень-очень удачно. Очень внимательная врач. Все сделала без боли, безоплатно. Я думала, штифт будут ставить, но нет, обошлось без штифта.
не знаю, насколько эта пломба будет долго стоять, но тем не менее стоит, ничего не понятно, как я училась, какой флюс у меня был, как все опухло. Это же уже давно эпопея с этим зубом. Да сколько простоит, пусть стоит. Вот. Иду домой, погода испортилась. Сюда я шла как-то больше, солнышко было. А сейчас уже, вот видите, какое солнце, все в тучах. И ветер холоднее такой стал, прям значительно холоднее. Но мне тепло в махеровом кардигане. Это кардиган «Восток», кто недавно со мной на канале. Ношу, до сих пор ношу уже ему, наверное, года два точно. Не могу сказать, что я его часто ношу, но тем не менее ношу. Пряжа здесь дешевый махер ангора от фирмы «Ализе» и троицкая «Алиса». Вот две ниточки здесь. Есть мастер-класс, подробный мастер-класс на канале. Все показать себя не могу, но найдете. Наберите в поиске «Кардиган Восток» Елена Ситникова и найдете все эти плейлисты. И там, конечно же, найдете мастер-класс. Все, сейчас приду домой и вязать. Сегодня, наконец-то, сошью я эти 6 мотивов. Я уже довязываю один рядочек, сошью. И уже сегодня начну обвязку пледа. А сейчас, наверное, оденусь. Пойду все-таки в огород. Попробую копнуть хотя бы немножко. Может быть, просохло. Чего уже ждать? Уже сыро, не сыро, копать надо. Вот. Может быть, немножко прокопаю. Чеснок еще не сажала. Посажу немножко позже. Все, друзья, пока отключаюсь. Иду домой. Друзья, пришла домой. Наконец-то дошли руки до шиповника. Посмотрите, как я его хорошо перебрала весь. Ой, сколько было мусора. Вы не представляете. Очень грязный шиповник. Вот, думала, мыть не буду, но посмотрела на свои пальчики после того, как я их перебрала. Они все были черные. Думаю, нет, надо его перемыть, пересушить немножко. Вот, положила на полотенчик, на подносик. Пусть немножко здесь просохнет. И, скорее всего, я его заморожу. Лешик обещал привезти, в Москве есть большой термос, мы же когда-то ходили с ним очень часто в парке, заваривали большой громадный термос чая и шли на целый день, брали с собой бутерброды. А теперь Лешик говорит, он мне не нужен, а тебе вот подшиповничек. Спасибо вам, кстати, за комментарий, надоумили про термос. Да, вот так с вечера заварил шиповничек с чаем, бросил туда еще лимончик, поставил на ночь, а утром получается такой витаминный напиток, очень полезный и к тому же вкусный. Так что вот перебрала. Сейчас он очень красиво выглядит. Немножечко, но все равно, тем не менее, есть. Но вы такое видели? Шпуля, ты как туда залезла? Обычно Монька туда забирался. А Маруська только что спрыгнула, они вдвоем там были. Не успела я их снять вдвоем. Ты уже большая девочка стала, да? Ты уже можешь сюда залезать, да, Шпулька? Вот это да! Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня уже 18 октября, и я решила немножечко доснять видео, опять посоветоваться с вами. Ну, во-первых,
Посмотрите, какая у нас тут идиллия. Как мы здесь все балдеем. Осталось только Кузьме сюда прийти, и будет полный состав. Вот. Я застелила плед. Вчера я думала, что будет уже обвязка, а сегодня застелила и поняла, что, скорее всего, придется довязывать еще 6 мотивов. И вот сюда эти 6 мотивов довязать. И как раз получится практически по размеру кровати это покрывало или плед. Вот так вот это выглядит со всех сторон. Я как представила, как мне это все обвязывать, представляете, вот эту вот махину. Это очень-очень неудобно. Я обычно, когда сажусь вязать, коты сразу лезут ко мне на руки, а тут будет вот этот плед, и я буду постоянно это все из-под них вытаскивать, нервничать, да, и вообще это нудно. И еще одна причина в том, что у меня осталась вот вся пряжа, то есть получается 300 грамм, вот это я просто сняла этикеточку, здесь полный моток, 300 грамм вот этого оттенка суровый, это пряжа Кабле. Напомню, что спонсором был магазин Мир Вышивки, громаднейшее, благодарю. Это чистый хлопок. Здесь крючок рекомендуют 2-2,5, я вяжу тройкой. Хотела найти вам оттенок, по-моему. Ну, оттенок называется суровый. Вот. И вот такой, такие 100 грамм, это вот та же пряжа Кабле, которая осталась у меня от вязаного комплекта, который на кухне. Вот, может быть, ею я рядочек и обвяжу пару рядочков этого пледа. В общем, планы поменялись. А может быть, и вообще не буду обвязывать. Друзья, вот как вы считаете? То есть пряжи у меня на обвязку уже нет. По-моему, и так без обвязки, ну, попрятать вот эти вот ниточки. Вот здесь вот, где сшивались мотивы. И все. Конечно, в идеале здесь привязать бахрому. Вот так, конечно, я планировала сделать. Это, конечно, красивее смотрится. Но то ли дело обвязать вот такую дорожку узенькую, то ли дело обвязать плед. Тем более у меня нет пряжи. Конечно, можно купить. Я смотрела, есть на Wildberries 840 рублей 5 моточков. Ой, ну что-то как-то мне жалко, честно говоря, денег. Оставлю, скорее всего, без обвязки. То есть, вот этих 3 моточков 100-граммовых мне как раз хватит на то, чтобы связать еще 6 мотивов и доточить вот сюда вот эту вот сторону. В итоге у меня получится вот сейчас связанное полотно, это 1,7 кг. Вот эти 300 грамм добавляем, получается, что плед будет весить 2 килограмма. Я считаю, что это не тяжело для такого покрывала и очень красиво смотрится. Ну и повторюсь, тактильность здесь, конечно, очень приятная, мягкая, и вот как простынью можно укрыться в летнее время года. Да, еще, друзья, вот положила себе напоминалку. Мотивы я вязала крючком 3, а вот рядышком лежит крючок 2,5. Это я сшивала мотивы меньшим крючком. То есть вот швы. Вот они, вот эти столбики без накида. Сшивались мотивы чуть-чуть меньшим крючком. Так намного красивее смотрится. Они немножко подтягиваются друг к другу. Получается такая плотная, получается плотный шов. В общем,
напишите мне, как вы считаете, если оставить вот так без обвязки, может быть, просто на каждом мотиве вот здесь вот, ну вот, вот, вот где вот эти вот швы, сделать небольшие такие помпончики, кисточки. Вот прям идея только что пришла. И, наверное, так будет смотреться хорошо. Очень жду ваши комментарии. Пожалуйста, напишите ваше мнение. Очень буду вам благодарна. Ну, смотрите, как же они любят здесь лежать. Вязаные полотна – это вообще. А вот, вчера пришла я домой, пошла опять в огород. После стоматологии копать невозможно. И буквально через полчаса опять пошел дождь. Ой, так я надеялась, дня два дождя не было вообще. Думала, ну вот сейчас подсохнет, выйду в огород, покопаю. Нет, опять пошел дождь. Ой, надеялась, что Лешек приедет на один день, хоть немножечко мне поможет вскопать. Ну вот, дожди льют. Не дают земле просохнуть. В том году, мне кажется, так не было. Вот как раз год, ровно 16 числа, был год, как я сюда приехала. Где-то через денечек-другой, когда я здесь немножечко растащила мебель, чтобы как-то можно было жить, я побежала в огород, все вы это помните, начала бороться с чистотелом, с сорняками и копать. И вот мне кажется, в том году осенью была менее дождливой. Да и вы знаете, я по видео смотрела вот этот вот дуб. Вот видите, он в этом году уже весь облетел. А в том году он был просто золотой в это же самое время. Вот так вот благодаря Ютубу, благодаря видео можно немножечко понять и сравнить, какая погода была в том или ином году. Ну вот опять солнышко у нас в таких перистых облаках. То ли это небесная радость, кто знает, тот знает, о чем я говорю. Ну нет, вроде бы-то похоже как на облака, там кто его знает. Вот, так что вот такие дела. Так, что здесь происходит? Что здесь происходит? Моня, не обижай. Не обижай. Ты посмотри, схватился. Вид кусает, как больно. Шпуля, уходи. Вот такие у нас игры иногда бывают. Все, мои хорошие, наболталась. Жду ваши комментарии. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситник.